всего хотелось бы ваше внимание обратить, чтобы вы халатно к этому не относились. Машинка приехала на ремонт батареи. Вот пока загонял, у нее люфт такой руля. Прям с характерным хрустом. Обращайте на это внимание, не запускайте такого люфта, не должно быть. Это или в промежуточном вале раскрутился, или ракенды, но это рулевое управление. Вот так вот обычно подтягиваю его. Вон что там творится. То есть сам вал ходит ходуном. Здесь, конечно, подтянулось чуть-чуть, но мне страшно тянуть дальше оборву. Это там уже в рулевой рейке. Ну, с этой стороны отчетливо видно, как гуляет вал в рулевой рейке. То есть там конические подшипники, сама рейка разбита. Ну, там видно, что была вода, поэтому здесь только ремонт рулевой рейки.